Добрый день, уважаемые друзья-рыболовы! У нас сегодня очередная распаковка посылки, прибывшей из F-магазина, поэтому данный видеообзор приготовлен специально по заказу F-магазин. Давайте раскроем ее и посмотрим, что здесь пришло. Итак, товары. Резина от KTEC Easy Shiner 4,5 дюйма в цвете Violet Fire. Тоже резина от KTEC Easy Shiner 4,5 дюйма, цвет Bubble B. Вот такая. Далее вот такой замечательный воблер от компании Sakura, называется Proxy Mino в 50 размере. Великолепно ловит жереха и клуб крупного головля. Я вообще давно пользуюсь этой продукция этой компании и доволен всегда, великолепные вещи она делает. Поэтому жерех, головль, все это именно сфера деятельности данного воблера. Мои любимые крючки от Gamakatsu Skype Gap Minor имеют такую необычную форму. И японцы народ аккуратный. Вот эта пачка размер 2.0. Вот если на хорошем качественном шнуре при зацепе потянуть, шнур по Японии 1 может разогнуть данный крючок и вы его освободите. А потом можно согнуть также пассатижами или просто пальцем, и он снова будет прекрасно работать. На рыбе он не разгибается. И таких вот зацепов и снова загибаний можно 6-7 раз производить. Ну, еще раз повторяю, что шнур должен быть качественный. Это 1 или 1,2 по Японии. Прекрасные крючки. Далее. Ножи для бура. Сразу заказал 2 комплекта. Ножи для бура Tanar LR сотка, диаметр сотый. Всегда был дефицит. Я их особо не правлю, не точу. Как только они у меня садятся, я ставлю новые. И при активной ловле, я вот без насадочной ловли увлекаюсь, приходится за день до сотни лунок делать. Поэтому я стараюсь заранее закупать такие вещи. Термоноски. Наконец-то поняли люди, что носки — это не только чехольчики для ног, но это еще и инструмент, который держит их в тепле, сухости и комфорте. Данная модель от компании Tag Rider, размер 36-38, это подростковая или женская, женский размер. Предназначены они для повседневной носки, туризма, активного отдыха, рыбалки и охоты. Сейчас я вот их так распакую и покажу. Сразу видно, что они довольно тонкие, сильно тянутся. Здесь есть шерсть мериноса, которая как раз нужна для того, чтобы сохранять тепло. Усиленные вставки здесь вот на пальцах и на пятках не дают протираться быстро носкам. Также они быстро сохнут, непосредственно даже находясь в обуви, потому как изготовлены по специальной технологии.
капиллярная структура. Капилляр что такое? Который обладает газообменом. Газообмен – это когда вода в него поступает, он тут же ее накапливает и удаляет эту воду, то есть они остаются более-менее сухими. Создается специальный микроклимат. Это сухо и тепло. Кроме того, здесь многозональная структура вязки выполняется с учетом анатомических особенностей. Вот. Ноги, поэтому здесь вот такие резиночки. Поэтому сидят они великолепно на ноге. Их не чувствую совершенно. У меня уже 30-летний опыт ношения таких вещей, поэтому кое-что, конечно, я могу рассказать. Ну, говорят, что они гипоаллергенны, вот, комфортны при носке. В составе 18% шерсть, 35% хлопок, 35% даркон и всего лишь 2% нейлон. Вот эта вещь, особенно если зимой, особенно если сверху нее, но это личное мое мнение, одеть шерстяные носки и сверху еще простые, обычные хлопчатобумажные, чтобы не протирались, это будет вот эта троица великолепно вас греть в любой мороз и в любой обуви. Далее. Всем известная Sexy Impact от K-Tech в размере 2,8 дюйма. В цвете Green Pumping PP. Один из моих любимых цветов и одна из моих любимых приманок. Слах, который великолепно ловит рыбу, окуня в основном у меня, на поводковых оснастках или на обычном джиге. Отличная приманка, всегда ее стараюсь докупать. И именно в этом цвете. Она, конечно, не всегда работает, но в основном это такая рабочая лошадка. Ловит крупного окуня и иногда очень хорошо. Далее. Что еще у нас здесь прилипло к упаковке? Это опять K-Tech Easy Shiner 4,5 дюйма, цвет Watermelon. Рудра SP-шная 130 миллиметров. Вот. В таком замечательном цвете. Вот. Но про нее знают все и все, поэтому я здесь особо не останавливаюсь. K-Tech Easy Shiner 4,5 дюйма, цвет кола. Тоже очень хороший цвет. K-Tech 4,5 дюйма. Цвет буваль Б хорошо работает на песчаном дне, на ракушечнике, в светлой воде весной. И завершает всю эту процедуру приятный момент. Но это товарный чек и подарок. Вот магазина, где они положили наиболее популярные модели приманок от Касадака. Виброхвостов вот такой ребристый, который слипся практически с таким вот Изи Шайнером похожим, да, вот такой вот на бас ассасина реплика и реплика на этот шейкер от какой компании. Поэтому все здесь представлены самые знаменитые модели приманок, которые делает Касадака, за что за подарок компании F-магазин большое спасибо. На этом, собственно говоря, распаковка. Мой анбоксинг закончен. Остается лишь добавить, что товары данные вы можете купить на fmagazin.ru по ссылкам, указанным под видео.
Всем спасибо за просмотр. До свидания.